знаю круче слова, кроме Мальбора и Клёва. Я живу с красивой дамой, меня кормит папа с мамой и дед мой генерал. Сколько лет никто не может решить проблемы молодежи. Кто подскажет, где взять средства на безоблачное детство? Мальбора Анжела. Мне достали шубу с ламой, но не тянут папа с мамой и дед мой генерал. У меня подруга Майя, к ней брат приехал из Шанхая. Раньше мы дружили с Майей, а теперь она крутая. Его боится даже папа и дед мой генерал. Мы не держим медь в карманах, нас уважают в ресторанах. Ну а мама с папой сами пусть сведут концы с концами. А в жизни нет ни капли смысла, и чем дальше, тем сложнее отгонять такие мысли.